Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и у нас встречает радостным фонтанчиком к фанфарме этот китенок. Кстати, давайте заглянем, что у него есть интересного. Так, жилище босса за 300 свитков. 300 свитков, за кристаллы, за еду. Ну, ничего, честно говоря, интересного здесь я не вижу. Сколько стоит жилище босса? Давайте сейчас посмотрим. Так, дракончик водяной, это наш недельный. Так, жилище. Давайте посмотрим. Жилище босса стоит 50 кристаллов. Проще за кристаллы купить, оно того не стоит. Также у нас, ребятки, идет акция Кубок мастеров. Так, а какое название у нашей акции? Первый приз, ну, Кубок мастеров, да, это посвящено футболу. Всем футболистам привет. Ну, да, Бутс, вывести дракона. Это наше первое задание. Потом собрать еду за шорты и за секундомер выиграть 3 битвы. И ближайший наш приз — это арбитр. Дракончик-арбитр, прикольный. Ну, редкий, ничем особо не выделяется. Потом у нас еще есть два дракона. Это дракон маска, тоже редкий, но сила удара по 65 уже. И последний наш дракончик — это дракончик неон, эпик 72, хороший удар. И, кстати, стихии хорошие: свет, огонь и тень. Очень даже неплохо. Ну, конечно, я до него не дойду. Я, собственно говоря, далеко тут не зайду, потому что, ну, думаю, времени как-то не хватает. Да я даже до 8-го, думаю, не дойду. Но ничего. Так, давайте сейчас попробуем вывести дракона, сделать 3 битвы на карте и собрать еду. Так, посмотрим, насколько у нас хватит. Так, уменьшайся давай. Уменьшайся. Так, специально для этих целей я поставил на выведение огонь плюс... Вообще-то я ветер хотел, да? Вроде ветер. Так. И собрать еду. Собрать еду. Посмотрим, сколько нам дадут собрать еды. Там тайм-ауты такие маленькие. Максимум 5 соберем, мне кажется. Да, 5, и снова нужно ждать 7 минут. Тогда за эти 7 минут мы будем идти на карту и попытаемся одолеть жучка. Так, мы в обычном режиме. 40-е. А, ну, это будет наша разминка. А потом пойдем посмотрим, сможем ли мы преодолеть там. Он дракон чужой. Блин. Да. Ну, очень похож на чужого. Ну, правда, глаза как у какого-то хамелеона. А это у нас дракон-муравей. Он вообще на дракона не похож, он просто похож на большого человека-муравья. Вот и все. Это была разминка. Ну, сейчас нам пойдут противники 50 уровня. Так, ну и помчались. С 56-е, ну сейчас нам наваляют. Ой, наваляют. Так, наши дракончики весело резвятся на снегу. Это мы, по-моему, уже читали. Да, дракончик оригами, я помню такого противника. Да, тут нам без помощи, наверное, не обойтись. Без помощи мы не обойдемся. Так, одного парализовали. Это, конечно, забавно получилось. Я вообще не видел, чтобы я по нему урон какой-то нанес. Как такое может быть? Настолько был маленький урон, что от массовой атаки огня даже они не пострадали. Ну, честно говоря, тут можно было выбить, наверное, и гнев дракона. Ну, нам проще будет взять сейчас помощь. Помощь друга, так сказать. Да, ну, 56 уровень — это вам не хихоньки-хахоньки. А я предлагаю сейчас заглянуть на эпические битвы. Эпический режим там, по-моему, у нас попроще, и босс у нас уже впереди. 52 уровень, 53, нам, думаю, тут будет проще. Так, какие у тебя стихии? Ну, вот так вот давайте. Сосредоточимся на втором. Промах! Так, один готовенький. Правда, надо было зеленью бы его травануть. Так, оглушение не прошло ни по кому.
Ну, здесь мы легко пройдем. Так, ну еще один бой нам нужно сделать, чтобы выполнить эту битву. У нас 53-й, два легендарных. Это уже будет посложнее. Ну, никаких опасных стихий у них нет, ну, типа ветра или щита. Так что думаю... Думаю, мы сейчас его добьем. Это у нас дракон Нарвал или как там он? Очень, ну, похож. Или дракон Комар, например. Так, мы потеряли Архангела. Нет, еще не потеряли, но сейчас потеряем. Он у нас меченый. Ура, мы все втроем выжили. Это неплохо. И выполнили наше задание. О, и нашли сундук. Так, давайте сейчас вернемся, посмотрим, что у нас тут дальше по заданиям. Так, поставить нужно еду. Пусть стоит. Так, вывести дракона. Так, вывести — это значит все время вот это вот путаю. Что они имеют в виду под словом вывести? Этого давайте мы продадим. Яда. Чтобы он место не занимал. А отсюда возьмем разместить. То есть это не считается, да? Вывести имеется в виду... Нет, вот... Ну, что ты будешь делать? Почему не засчитали киборга? То есть только ты его из яйца вылупил, и уже все. Ладно, пусть пока здесь поболтается. Что у нас здесь? Ну, осталось собрать еду, но это мы так быстро не сможем сделать, эти тайм-ауты. Первый этап мне очень долго я выполнял, почти целый день. Мало, короче, летал вот этих вот зверушек летающих. Так. Так, давайте заглянем на колдовские наши дела. У меня там парочку кусочков должно было добавиться. Так, ну... так, 8. 30. 32 это 4 кусочка. 4 это будет 46, а нам нужно, по-моему, 48, если я не ошибаюсь, чтобы заколдовать двух драконов. 32 плюс 16, да, 48. То есть еще два великолепных осколка, и я смогу заколдовать и факела, и архангела. Вот такие вот дела. Так, хотя сейчас давайте, наверное, колданем архангела. Точнее, не архангела, а факела. Та-дам! И давайте сейчас посмотрим, какие у него стали показатели, ребята. Так, вот это, кстати... Давайте поставим. Так, снова сюда Минотавр плюс Угорь. Попытаемся вывести еще. Так, Минотавр — это у нас камень. Ну, земля. Минотавр, а Угорь, естественно, электрический у нас. Угорь энергетический. 22 часа. Так, это, по-моему, то, что нам нужно, да? 22 часа. Водяной. Я уже не помню, сколько там он по времени должен был выводиться. Так, секундочку. Так, здесь у меня... Под рукой не нашлось. У меня только для легендарного нашего дракончика, для очага комбинации есть... А водяной, ну, там где-то в описании, в комментариях, ребятки, должно быть. Что у нас идет здесь? Клановые события у нас, по-моему, все закончились. Сейчас какого-то нет, да. Следующий через 8 дней, что-то мне кажется, что это уже будет замок. Такой большой перерыв. У нас, кстати, пополнялась коллекция, ребятки. Амура? Нет. Подожди, значит, это были какие-то обычные драконы. А ну-ка, давайте заглянем к нам в заначку. Может, кого-то мы здесь найдем нового.
Так, это все мы знаем, видели. Жаль, что их нельзя продавать за кристаллы или за еду. Да или хотя бы за деньги, ну, за нормальную сумму. Так, там же точно было, я же собирал драконов. Минимум двоих. Только я не помню каких. Я, по-моему, эту картиночку показывал на закладке сообщества. Кто же это мог быть? Я думал, честно говоря, что мы собрали уже клонового какого-то дракона. Но получается, это может быть Зала мог быть один из них. Ну, а второй я даже не помню. Очень жаль, я думал, что все-таки у нас уже новый клановый дракончик будет. Так, код дружбы, ребятки, 5B0F59. И идем к факелу. Давайте будем смотреть на показатели факела. Так, 3800 на 1 230 000. 38 на 1,2. 38 на 12, так, запомнили. По-моему, он стал сильнее, чем Архангел. 38 на 1,2. Так. А здесь 36, по-моему. То 32 на 990. То есть нам нужно будет еще качнуть Архангела на один уровень. И он будет, в принципе, равен с факелом. А мы, кстати, может, это сможем сделать уже? Сколько нужно? 500? Нет, не сможем. Это нужно 2 миллиона. Смотрите, у нас всего... ну, вот еще разок можно. То есть, ну, еще нам нужно миллиончик с копеечками. И у нас будет 50-й Архангел на 2 звезды. Так, ну, пока что будет так. А потом нам нужно будет подтягивать осень. Осень у нас теперь сильно отстала. 2,2 миллиона, а не больше 3. И 700, не 900 и не 1 200 000. Осень у нас самая отстающая, ребятки. Давайте сейчас мы опробуем нового нашего Архангела в сражении. Так, минус 13. Минус 16. Так, не, давайте все-таки здесь такая вот вроде бы намечается шара. Возьмем вот так. И вот так. Может, повезет нам, и мы пройдем тигром это сражение. Ага, повезло. Ну ладно. Может, он решил нас так просто напугать первым 50-м. В чем я, конечно, сомневаюсь. Если дальше пойдет какой-то крепкий дракон, то мы сражаться не будем. Ну, пока что идет все неплохо. Дракон Божья коровка. Вообще легкотня. И еще легче. Ну, по-моему, 50-м драконом нужно ставить его последним. Или предпоследним. Ну, нам повезло. Очень легкий противник с одним сильным драконом. Он просто хотел, чтобы все испугались и убежали, но нет. Я обычно ставлю самого сильного последним, и мы 7 отличных осколочков, ребятки, нашли. 7. Так, я даже не использовал своих двух самых сильных, ну, точнее, самых слабых, но сильных драконов. Вот так вот. Это интересно. Ладно, тогда давайте уже сейчас возьмем Миху. Ему в компанию неважно кого. Лишь бы кто-то был, так сказать. Так, ну, металла можно взять на всякий случай. Хотя он точно нам не понадобится. Погнали. Сейчас будут бить и крушить. Так, ну, не смог. Смотрите, вот этот дракончик до сих пор остается очень крепким. Так, черт, а чё я взял Миху, ребята? Мы же качали факела. Черт, нужно сейчас факела взять. У нас уже факел же крепкий. Парень. Я почему-то Архангела два раза покормил и подумал, что я ему уровень поднял.
Та-дам! Ключик получили. Вижу что-то редкое. А вообще я хочу божественного дракона какого-то, которого у меня нет. 17, заманчиво, ребята. Может снова тигра взять? Ай-яй-яй-яй, чё я взял от тигра? Стоять, пока мы не нанесли ни одного удара, все можно еще исправить. Давайте изменим. Так, чтобы тигру тут могло помочь? Нет, все-таки лучше взять отраву какую-то. Ну вот так. Попробуем. Авось повезет, и мы сможем тигром пройти этот бой. С одного удара улетела стихия. 34-й. Будет примерно равный бой. Так, выжила наша ягодка. Это хорошо. Так. Ну, давайте щит возьмем. Снова ягодка наша выжила. Это шикарно. На, ну теперь пора брать нашего тигрика. Так, ну, совсем чуть-чуть. Практически мы это не почувствовали. И теперь время брать отраву колдовскую. Ну вот и все, собственно говоря. Так, у нас уже 26 тысяч кубков. Так, а куда-то они мне нужны, кроме того, чтобы осколки сливать. Так, один легендарный кусочек, ну, лучше, чем ничего. И теперь берем факела, ребята. Берем нашего факела. Так, ну, ему в помощь. Ему я не думаю, что понадобится какая-либо помощь. Давайте возьмем вот такого вот сильного противника и посмотрим. Ну, в смысле, минус 14 нам всего лишь за него дают. Он 48-й. Нет, что-то не хочется мне его брать. Нам главное все-таки победить, чтобы получить ключик. 42-й. Тоже странно. Как-то слишком крепкий. Ну, вот сюда, думаю, пойдем. 655 кубков довольно немало, но давайте будем смотреть. Так, с одного удара. С одного. Это у нас дракон мед. Снежок. И последний, неужто ли он не будет крепким? Смотрите, такие слабые драконы, 650 кубков, это неплохо. Вот так вот неплохо мы с вами посражались. Еще можно будет сразиться осенью, но думаю, это я сделаю за кадром. А мы сейчас глянем на пополнение наших по осколкам. Так, давайте сделаем вот так вот. Осталось еще лишь один кусочек, и мы сможем заколдовать архангела, ребята. Та-да-да-дам, та-дам! Тогда его, наверное, качать и не стоит. Надо больше уже качать осень. Вот такие вот у нас были дела, ребятки. С вами был Александр, и до скорых встреч. Всем пока!